Привет, я Оксана, я из Улан-Удэ. Привет всем, я Агван, я из Бурятии. Привет, меня зовут Алтандуш, я из Монголии. Привет, меня зовут Алина, я из Закаменского района Республики Бурятия. Привет, меня зовут Сина, я приехал из Камбозы. Привет, я Жанна Лювия из Китая. Привет, я Байер, живу в Бурятии, учусь в магистратуре. Привет всем, меня зовут Минди, я приехал из Китая. Привет, я Саша, я из Читы. Если представить, что БГУ это человек, то, наверное, я представлю это мощный, сильный, ловкий, смелый, ему нет преград, умный, здоровый и вообще самый-самый прекрасный. ВУЗ в целом мне нравится людьми, преподавателями. Преподаватели очень отзывчивые. Есть, конечно, те, которые очень требовательны, но отзывчивых больше. Выбрал БГУ, потому что Бурятский государственный университет является одним из крупнейших вузов Восточной Сибири, ну и одним из главнейших, наверное, пунктов моего выбора было ближе к моей родине, к Монголии. Почему БГУ? Потому что, во-первых, это вуз классический. Мы понимаем, что здесь можно развиваться не только в сфере образования и науки, да, но и, конечно же, в сфере творческой деятельности, и научной деятельности, и спортивной деятельности. Наши студенты в БГУ, они ежегодно выезжают в различные страны мира, обучаются по обмену. Это страны, конечно же, Азии, это Китай, Южная Корея, и страны Европы, это Германия, Бельгия, и страны Арктики. Обучая, допустим, в БГУ, ты можешь параллельно обучаться и в другой стране, допустим, да, ну, как бы на заочной форме, и потом уже после окончания БГУ ты можешь спокойно обучаться в магистратуре, допустим, в другом государстве. В прошлом году мы ездили на трехстороннюю встречу студентов Монголии, Китая и России. Это проходило, начало проходило в Улан-Баторе, это в Монголии. Затем мы были в Орляне, во внутренней Монголии, и завершающий этап это был в Хухато. Я выбрал БГУ, потому что здесь разные иностранцы, здесь находится в центре города Улан-Удэ. Когда я домой поеду, я буду рассказывать, что здесь у меня хорошо учиться и хорошо знакомиться с друзьями, не только русскими студентами, но еще иностранными студентами. БГУ это тоже очень замечательный университет в России, ну поэтому я сюда и поступаю. Сейчас я учусь на ИФМГ, специальности лингвистика. Друзья из разных стран, они приезжают нам учиться, обучаются. Буквально недавно прошел форум, где присутствовали 14 стран, партнеров БГУ, и где была большая конференция по поводу сотрудничества и дальнейших действий в образовании и научной деятельности. В каждом вузе России есть диссертационные советы, поэтому в Бурятском государственном университете есть все возможности для научной карьеры. Первое, что бросается в глаза, очень высокий профессионализм педагогов. Они не только теоретики, но и практики. Черепно-мозговая травма, ДТП, сознание отсутствует. Пожалуйста, ваши действия. Когда я учился в магистратуре, преподаватели были, то есть бывшие либо действующие чиновники местной администрации или же правительства. Практические знания, навыки, которые они передавали нам, они очень существенны. Он может замерить скорость пульки, вылетающей из вот этой пушки. Научная площадка в Бурятском государственном университете очень крепкая, очень налаженная, имеет богатую историю. Буквально недавно отмечали 20-летие Бурятского государственного университета. 20 лет – это не только история БГУ, но и существовавшая ранее филиала Новосибирского педагогического университета. Почти каждый преподаватель с моей кафедры, с моего факультета уже написал диссертации, очень много статей, некоторые даже открыли очень много нового. Создаются всяческие двигатели, у нас на факультете построен новый двигатель. Я не знаю всех его специфичностей там и всего внутреннего, потому что я не на этом факультете, а жаль. Тоже бы хотел попробовать. С помощью данного стенда изучены рабочие процессы двигателя внутреннего сгорания типа Honda и Subaru. Целенаправленно захотел поступить в БГУ, потому что это один из ведущих вузов в Сибири, Дальнего Востока, России, да, в настоящий момент это кузница кадров Востока. Давление 150/80.
Этот прибор предназначен для записи параметров внешнего дыхания. В БГУ имеется 6 институтов учебных, 7 факультетов. В общей сложности у нас получается 78 кафедр. Участвовать в науке можно с первого курса. Допустим, когда первый раз увидел телескоп на втором курсе, меня распирало от счастья, когда я посмотрел на Луну. Это просто непередаваемо и красиво очень. Кратеры, всю поверхность, просто вплоть до рублевой монеты можно увидеть поверхность Луны у нас даже. С нашего самого большого телескопа, который есть в нашей обсерватории. Я учусь на отделении физика. Я космический физик, для меня это очень интересно. Постоянно какие-то новые открытия для себя. Вот это неравномерно. Самое первое. Но это неравномерное время. В БГУ у нас фундаментальная библиотека. Более 1 200 000 томов у нас имеется. Библиотека здесь очень удобно, тихо, много людей там учатся заниматься. Я люблю заниматься там. Мне нравится то, что в БГУ дороги в науку открыты абсолютно. Если ты желаешь, допустим, участвовать в конференции, то для тебя все для тебя. То есть, если ты считаешь, что ты можешь работать в науке, то если ты считаешь, что ты можешь, допустим, писать какие-то статьи, ты можешь принять участие именно в научной деятельности, да, реализовать себя именно там, то для тебя все двери открыты. Мне нравится то, что в БГУ можно получить тесты на знание китайского языка, который называется HSK. В Китае с таким сертификатом открываются любые возможности при знании нескольких уровней языка. Это классно, то, что в БГУ есть такая возможность сдать кембриджский экзамен и получить сертификат, международный сертификат, с которым перед тобой открыты все дороги. У меня есть друг на химическом факультете, его зовут Илья, так он мне всегда много нового рассказывает. Он пишет свою курсовую диплом на химические составы минеральных вод. Он сравнивает минеральные воды, допустим, из Читы, он просит друзей привезти бутылочку минеральной воды из Иркутска. И вот так сравнивает химические составы, смотрит, оценивает и проверяет вообще качество. Всегда проводит новые эксперименты какие-то. На втором курсе у него что-то взорвалось, какая-то колба там у него пыхнула, и преподаватель на него очень сильно ругался, он что-то там смешал. Но лучше такие опыты в домашних условиях не проводить, так? Конечно. Почему? Перманганат калия окисляется под действием серной кислоты. Вспышки видите? У нас существует такой орган, да, так скажем, это Федерация студенческого самоуправления, где с каждого факультета, с каждого подразделения БГУ туда вступают по 2 человека от факультета, и ребята своей команде, они делают все возможное для БГУ. Учиться в БГУ – это не скучно, потому что именно БГУ дает возможности заниматься тем, чем ты хочешь. Волейболом, баскетболом, спортивные танцы у нас преподаются, гимнастика, стрельба из лука. Тоже можно себя попробовать, тоже посмотреть свои результаты. Наши преподаватели относятся положительно. То, что наши студенты занимаются не только учебной деятельностью, да, но и так и в спортивной деятельности, и в научной, и в общественной жизни нашего университета. Получи в голову. У нас есть своя группа волонтеров. Мы оказываем помощь детям-сиротам, одиноким пожилым. Мы ходим, колем дрова по адресам. С молодежью работаем, организуем различные мероприятия на университетском уровне, на уровне города. Можно с легкостью, то есть заниматься общественной деятельностью и совмещать с учебой. Кроме учебы, я иногда с друзьями там участвовал в студент весна, еще КВН, БГУ, тоже участвовал в прошлом году. Мне очень понравилось. Ансамбль наш, просто лицо университета. Я с первого курса, как поступил сюда, сразу пошел в ансамбль. И не жалею ни капельки, столько новых друзей, эмоций. Везде поездили, были в Монголии, Чите, ребята из других коллективов по Европе, у них был тур. На сайте я нашел БГУ, самый хороший университет. И здесь самые профессиональные образования, ответственные преподаватели. Приятного аппетита! Спасибо! В БГУ есть столовая, в ней есть вкусненькое. Я люблю пряжки, паузы, плов и хлеб, пряжки, торт, много-много. И салат в Китае почти нет, а здесь много видов я люблю. Общежитие – это наш второй дом.
Это, конечно же, очень комфортное место, это место наших встреч, наших друзей, это весь наш поток, вся энергетика, вся веселуха идет именно в общежитии. Я живу с Расьянгой, она очень добрая и помогает мне много. Я живу в комнате для 2 человека. Кухня большая, и я могу готовить сама. Они попробовали блюдо, я готовила, сказали: «О, как вкусно! Я хочу в Китае и попробовать». Почему классно? Ну, потому что там, во-первых, есть Wi-Fi. Это бесплатный интернет, конечно же, это новая мебель, это, конечно же, хорошие друзья, соседи, это твои однокурсники и просто веселая, комфортная и, самое главное, радостная атмосфера. Если могу представить человеком, то я представляю это человека энергичного. Этот человек, получается, по своей сути универсал. Он развит со стороны культуры, со стороны спорта, также со стороны науки. Это весьма любознательный человек, которому всегда интересно, что касается учебы, что касается спорта, творчества, также разных общественных мероприятий. Это довольно-таки активный человек, открытый, дружелюбный, которому можно довериться, который никогда тебя не предаст. Это человек, который всегда поможет и поддержит.